Всем привет. Ну, скучали? Привет. Привет, Турция. Очень красивая. Мне елочку подарили. Потому что ты мне елочку не подарил. А где ты? На какой фильм мы идем? Покажи свои ноги. Держи ногу. Поймал? Привет. Всем привет. Мы тут собрались. Да, Алис? Мы тут как бы собрались. Елочку мне подарили. Теперь мне нужны игрушки. Дома. Елочку. Елочку подарили. Ой. Как бы вас поставить? Сейчас, секунду. А то держать вас невозможно. Такие тяжелые. Телефон новый со стеклом. Нет. А что я должна вам показывать? Киса. Я и киса. Да, вы что-то тяжеловаты. Нет, не курю. Рассказываю историю. Сегодня я решила, что мне должны подарить елочку. Мне ее сегодня подарили. А теперь мне нужно, чтобы вы подарили мне игрушки на елочку. Понимаете? Ну, не надо хвостом-то. Деловая колбаса. Она просто без подставки. Надо ее... Ну что ты? Ну что ты, моя тёстика? Алис, тебе привет. Моё тёсё. Моя такая куколка моя. Короче, ребят, срочный сбор на игрушки. Дю, моя шлётка. Нет, моя киска голенькая. Пулковское шоссе, 26, корпус 5. Изи. Игрушки. У нас елка без игрушек. У меня нету игрушек. Ребенку надо праздник устраивать, ребят. Елочку подарили. Джу, лисочку мою массаж делает. Зарядку я купила. Хорошо я. Ребенок только спать лег. Кирилл, голос. Кирилл. Ну не притворяйся, что ты спишь. Скажи всем привет, я хочу игрушки. Ну громче. Новый.
Это ты у Деда Мороза попросил новый телефон. Да, Кирилл? Да. Потому что твой что? Разбит. Вот так вот. Кирилл, телефон разбили одноклассники. Ну, пока что не выхожу в Твич. Канал налаживается, поэтому я пока что не выхожу. Вот. Да, конечно, в одной комнате. Это кошка. Она мне делает массаж сейчас. Усердно. Вот. Ёлку. Ёлку подарили. Всем привет. Да что такое? Алис, что такое? Давай вот так вот, чтобы тебя видно было. Давай. Твой. Спасибо. Хорошо. Купишь мне абонемент в спортзал? И похудею. Обещаю. Он спит. Он очень четко спит. Дома ходился. Это мою зёлку. Ну, ты влюбился сразу и хочешь меня радовать. Чтобы меня порадовать, мне нужны игрушки. Сейчас как бы велик не актуален. Мой зёй. Прекрасно. Включи мне немножко света. Да, для елки игрушки нужно. Это мне сегодня подарили елочку. Я как-то не рассчитывала, но я пошутила просто. И мне подарили елочку. Я такая рада. Я же сказала. Елочку. Конечно, сейчас покручусь. Напиши в ВК. Чего моя шлётка моя? Настоящую, да. Киска очень хорошая, да? Кисунь. Только лохматый такой, да? Ёлочку подарили, ребят. Фигуру смотрите в Инстаграм. Обязательно. Испепелю вас взгляд. Привет, Паш. Да ничего, нормально. Кошка не стоит, кошка лежит. Да, у кого-то фантазия начала играть. А то чего не увидишь? Чего? Марсель, это кто? Ты что делаешь, Алиса? Очень приятно было. Очень хорошо. Ложись. Сюда ложись. Алиса, ну тут неинтересно. Вот тут ложись. Смотри, сколько шерсти с тебя. Я как будто сейчас тебя поела. Сколько лет? 28. Кирилл, ой, господи, Кирилл, говорю, все в твоей шерсти. Алиса. Хорошо, зайду. Последняя трансляция? Иди сюда, Алис. Неудобно так тебя гладить.
Да все хорошо, спасибо. Чего она сосала на елку? Ну вы серьезно? Нет, это точно не то, что ты написал. Все, ребят, идет сбор на игрули. Елку подарили, осталось игрушки. Целый месяц. С ума сойти. Всем привет. На полку с шоссе. Напиши в ВК. А я пока только Мишку туда положила. На Кирюхиной игрушки. Ну, как вы понимаете. Ты долго одно и то же будешь писать? Как на личном? Ну, свободная. И такая свободная. Ссылка в профиле. Ребят, я уже привозила игрушку. Красавчик. Привет всем, кто ставит суперсердечки. Огромное спасибо. Мясо рулит. Оу, да. Да, я свободна. Понимаете, да? Всем новеньким, кстати, привет. Очень скучно. Чё, кому спеть? Я в Питере. А вы откуда? А, ну, какие-нибудь пацанов комплексов. Не стоит. А как же без песен? Russian. В данный момент при поступлении не было чего-то подходящего у меня в кишечнике, в желудке, что ли. Что, блин? Привет. Спасибо за супер-супер-супер лайки. Круто. Здравствуйте. Это вода обычная. Полку с кашей. Алис, ты чего увалилась спать? Не в кафе и не работа, а работа. Ребят, ну, пожалуйста, не оставляйте свои телефоны. Кто хочет познакомиться, пишите в ВК. Да, это бутылка 99 рублей. Зай, пойми. Вот и страшно. ВК без фото не канает. Водка. Да, водку бутылку налила и поехали. Привет. Да, бутылка 199 рублей, представляешь? Бутылка. О, Ереван, привет. Грузия, круто. Ребята все собрались. Ереван, Грузия, грузины, армяне. Ты знаешь, бахрома, я в бахроме работаю. Я зайду попозже. Да, дырка, покажи просто. Негров не хватает. Да.
Спасибо, что сказал, Никиса. Салют соседям. Грузчики, а чё грузчики? Инста есть, ссылка в профиле. Чё подарили? Ёлочку. Надо теперь сделать так, чтобы она стояла. Ёлка у меня не стоит, ребят. Она просто упирается об стену. Совсем это в Москве свои. Привет. Бахрома — это разве кафе? Нет, это считается как ресторан. Если бы. Если я посыплю ее виагрой... Ой, я сначала подумала, что это... Ну, короче, для кошек, знаете, да? Что там наркотик считается? У меня кошка будет обдолбанная. Она так... Тю-тю. Кто Василий Грышиновашвили? Нет. Валерьянка, да, точно. Я хочу с тобой подлизаться. Может, ты хотел сказать полизаться? Как ребенок? Алис, ты куда пошла? Что, тебе надоели наши разговоры? Алис, иди сюда. Иди ко мне, мой же, мой же, мой же, мой же, мой же, мой же. Моё. Спасибо. Кого едите? Зачем едите? Котейка вот. Котейка не особо любит на камеру играть. Вот вам котейка. Почешите ей шейку, и она покажется. Ладно, сейчас спою вам тихонечко. Так, надо новую открыть, надо новую открыть. Тяжелая. Я засунула в 5-литровую бутылку и как бы, ну, это смешно. Бутылка согнулась. Утерхату. Да выйди уже. Какой Высоцкий. Ты что? No. No, my friend. 28. Елочку подарили. Я на нее накинула гирлянду. И уже праздник. Ну-ка, смотри, знаешь, что сказать. Так. Нужно к смерти. Спасибо. Картины с меня писать. Точно подарили. Чего в телефоне? Да ты задрал уже. Сейчас еще одно неудачное твое сообщение, я тебя заблокирую. Терпение мое закончится. Да ну, не совсем. Нормально у меня носик. Аккуратненький, между прочим. Сколько елка стоит? Буквально час, полтора.
куда пошла? Подруга. Эй, подруга. Живая елочка, да. Четвертый. Коты ушла, все. Цена елки 1.5, по-моему. Я даже не знаю. Ну, на 2 метра. Сколько они стоят? Мальчик. Кто покупал? 15-20. Что 15-20? Тысяч? Зашла Алекса и написала, что за тупое название трансляции. Как это мило. Четыре вряд ли. Ну да, вряд ли. Секундочку. Оригинал. Суперкомментаторы по поводу моего голоса. Привет, Пулковское шоссе ждет. Как я могу дать меньше?
что? Да я попадаю в ноты, не переживай. Хорошо, какие планы на Новый год? Пока что не знаю. Дебилы, это не детский поедник. Что-то интересно, а мы тут сидим, общаемся. Видишь, елочка. Елочка. Ребят, всех наступающим Новым годом, кстати говоря. Закончила два, между прочим, еще. Заведение. 99 рублей. Ты не первый, кто заметил, что на бутылочке написано 99 рублей. Я могу только наружу средний палец своей руки. Почему финлянка? Нет. На кожу. Спасибо за это. Спасибо. Может быть, и есть. Не знаю. Зовут Оля. Я сегодня нормально. Да уже накажи ты уже, ну. Подтянуть лямку. Да пусть висит. Чё, жалко, что ли? Чего? Анифризм желудка, блядь. Я хочу, чтобы ты стал моей женой. Ура, у меня появился новый муж. Сурир. Угу. Голос Сурир. Да, нас тоже замело. Не знаю, куда будет Германия. Я не планировала туда. Тогда вообще с ними. Хорошо. Сейчас возьму и сниму. Зачем? Ребят, если кто хочет познакомиться, пишите в ВК или Инстаграм. Лучше в Инстаграм. Только чтобы там фотки были. Сколько мужей было официальных, а просто от души. Я ни одного мужика не назвала мужем. Поэтому... Ни одного мужа не было. Да, дядя 44 для меня слишком большой. Вот эту прекрасную елочку мне подарили. Здравствуйте. Я с Питера в Анталию. С удовольствием съездил куда-нибудь за границу. Ты вспомнил меня, ну наконец-то. Да тут кто-то сказал, что даже четвертого нет. Спасибо. Привет, спасибо. Зачем тебе? Не успеваю. Парни стройных любят. Не всегда. Поверь мне, я когда стала больше размером, мне это кажется, внимание стало гораздо больше. Так что поверь. Ты не прав. Ссылка в профиле на инсту. Я хочу тебе менять сигнал. О, привет, СПБ. Привет. Двадцать восемь. Как настроение, Ольга? Хорошо. Любит размеры. Ну, так ты что думаешь? Если она худая, значит, тут гадают, вы толстая или нет. Да пусть хоть что делают. Привет. Я в московском районе. Только за дорогу оплатишь? Привет. Я что-то приняла какого члена. Да
подарили вот эту елочку. Я же говорила уже. Наверное, только что пришли мои подписчики. Спасибо за совет. Свободен. У тебя 10 сантиметров? Это грустно. Ты поэтому в Анталию зовешь? Или кто? Я уже это билась. Гона жиги кататься, пока снег не убрали. Сколько сантиметров тебе норм? Вот, понеслась. 10 сантиметров. Вы вот сами, ребят, думаете, 10 сантиметров это нормально или нет? Как вы думаете? У меня нанести 0 подписчиков, ты звезда. Встань и иди, это ты кому? Тому, у кого 10 сантиметров? Чего, поедем? Куда поедем? Причем тут дырка? Я тебя поздравляю с твоими 20. Пока не убрали. Да зачем? Чтобы разбиться? Сейчас идти кататься. Мне подарили елочку. Ты покрываешь баб? Что? Бред какой-то. 10 сантиметров, да, блядь. Ну, мой палец 10 сантиметров. Что, блядь, с этим сделать? Вот только вот показывать вот так. Вот так только показывать. Слушай, чувак, я тебе не завидую. У меня 1.60. Женщин нет. Эту маленькую, но она нормальная так-то. Это толстый 10 сантиметров шланг. 10 сантиметров шланг, да это смешно. Пока. Ладно, я чуть-чуть мучку. Да я что, мерила, что ли, какой был самый большой? Ты так говоришь, как будто я каждый писюн измеряла. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ты такой клёвый. С тобой здорово поутру. Супер. Нет, не помню. Ну, нормальный ёлок. Да, вот 65 лет для меня вообще огонь. Просто руками покажи. Да я чё помню? Такой ты, конечно, странный. Сейчас я тебе вот покажу. Вот, вот, вот такой вот. Так, вот специально для вас песня. Пока что неизвестно. Сдали тетради. Что мне там делать? Очень хочу, прям. Держу и мечтаю, блин. Я думаю над твоим предложением. Я думаю, что мне надо для начала тебя увидеть. Слушайте песню лучше. Тебя найти, надо найти тебя, надо найти тебя. Надо найти тебя, надо найти тебя, надо найти тебя, надо найти тебя.
Вот примерно так. Привет. Да, вот видишь, прям сижу, сосу. Привет. Найди меня. Чего? Кто поет? Галич. Ой, спасибо за совет. Я не разводилась. Для того, чтобы разводиться, нужно сначала еще замуж выйти. Новогоднюю песенку. Ребенок оттуда, от меня. Новый клип. Да что такое? Я нос тебя слышу. Здесь буду. Нет, у меня парня нет.